Всем привет, дорогие друзья! Я Мисс Хаос, и это очередной видеоролик по игре «Танки онлайн». Сегодня это заключительный ролик о танкофонде. Мы о нем в последний раз поговорим. Итак, сегодня, 10 августа, состоится розыгрыш нашего танкофонда. Мы набрали самое большое количество в фонде. Целых 18 миллионов 516 тысяч танкоинов было вложено в танкофонд. А также у нас есть максимальное число победителей – 2314 игроков. Будем надеяться, что всем нам достанется данный танкофонд. Мы урвем оттуда кусочек пирога. Я напомню, что танкофонд проходил с 4 июля по 7 августа включительно. И также хочу заметить, что это самый большой танкофонд за всю историю игры «Танков онлайн». Мы смогли не только дойти до последнего уровня танкофонда, мы сделали большее. Все игроки очень хорошо постарались и собрали максимальное число танкоинов. И теперь эти танкоины будут разыгрываться между игроками, которые принимали участие в данном инвенте. Это был самый крутой и, я бы даже сказала, мега-танкофонд. Такого вы еще точно не видели. Танкофонд разыгрываться будет сегодня, 10 августа, во второй половине дня. Но это чисто мое предположение. А вот линейка призов будет начислена уже на аккаунты в течение дня. Также я напомню, чтобы принять участие в танкофонде, вам нужно было купить один из специальных пакетов. Самый дешевый за 1000 танкоинов, чуть подороже и самый дорогой, где находится 150 ультраконтейнеров. Ну и конечно же, нам никак не обойтись без спойлеров. Я обязательно сделаю видео про данное устройство, так что ждите, в скором времени они уже появятся на моем канале. Ну а для тех, кто вдруг каким-то чудом позабыл, как выглядит наша линейка несгораемых призов, я вам предоставляю это на экране. Вот такая вот красочная линеечка у нас. И если кто-то все же не понимает, то справа в верхнем углу вы увидите список этих наград. Это самый прибыльный танкофонд в 2022 году. И такое, возможно, больше не повторится. Однако мы будем надеяться, что в следующем танкофонде, если он будет, мы также урвем куш и заберем следующие награды, которые будут у нас в ячейках. Большинство игроков, скорее всего, на данный момент пытаются обновить свой клиент, либо же вкладку браузера с танками онлайн, чтобы проверить, пришли ли им награды на аккаунт или же нет. Я думаю, это происходит очень часто и очень у многих игроков. Но хочу вас заверить, даже если сейчас у вас данных наград нет, они обязательно будут. Так что не стоит переживать и не надо терроризировать свой монитор. Просто наберитесь терпения. Ну а мой ролик подходит к концу. Если же я все-таки не выиграю в танкофонде, ждите, пожалуйста, еще один видеоролик про мои эмоции и мое, конечно же, негодование. Ведь такой ролик с прошлого танкофонда я уже выкладывала. Ну а я с вами прощаюсь. Не забудь подписаться на мой канал и поддержать видео лайком, ведь я старалась. С вами была Мисс Хаос и всем пока!